сегодня в своей команде Филиппе Коутиньо и Мохамед Салах. Не вижу, они замечательно выспались в сверхкомфортабельном самолете, который для них Искариус. Ну а у Эвертона мы видим довольно большое количество перестановок. Впрочем, и у Ливерпуля их тоже много. Но новичка Эвертона, турецкого нападающего Дженка Тосуна, да, сегодня розыгрыши Кубка Англии. Поехали вместе с вами сегодня на этой прекрасной вывеске. Ван Дейка на левый фланг. Здорово, Ван Дейк вырезает. Чуть-чуть сильно. Перешедший из Саутгемптона за рекордные 75 миллионов фунтов. Ван Дейк будет проявлять себя в новой команде. Его, между прочим, сейчас проходит Болази. Этой стадии Кубка Англии. Но судите сами. Тоттенхэм Хотспур, Уимблдон. Будьте любезны. Те же самые Брайтон Кристал от Бобби. Огроменное множество. А это Гюльфи Сигурдсон первой угловой. Эвертону может быть опасно. Целый год пропустил после тяжелейшей травмы, разрыва крестообразных связок. Каль быть очень серьезным. Но если со стороны Ливерпуля это еще можно как-то подвергнуться. Здесь нарушение прав. Фермино. А вот и Мохамед Салах. Тот самый. Ну это так. Мяч забросить на удар. Смело идет вперед. Защитник принес победу в самой концовке. На 87-й минуте забился. Джо Гомес. Хорошая передача. Милнер бил. Скорее всего, пить-то удалось. Болази. Хороша подача. Мино Джан. Лалана падает штрафной. Пенальти показывает. Мяч в воротах. Джеймс Милнер. Спокойный и уверенный. Нежного возраста. С 99-го года. Остался, причем еще и передачу отдал точно. Этого у нас не было. А это Пикфорд играет неудачно, подставляя вот под такую потерю Мейсона Холгейта. Но просто по-хамски ведет себя Мейсон Холгейт. Предполагается, что Медли непонятно. Игра возобновилась, и Робертсон очень качественную подачу. Руни падает. От него сейчас нужна хорошая передача, и она следует. Момент. Турно полез вперед. Вот мы легко просчитываемый в мерсисайдском дерби. Мане в лицевую пытается обыгрывать. Алекс Окслейд-Чемберлен. Высокая подача и абсолютно один. Сыграл Фермино. А здесь Лалана выигрывает короткий спринт у Джаги. Подача Сигурдсона. Ох, как ошибается Лорис Кариус. И низом можно сыграть чуть назад на Мане, но он по-другому совершенно действует. Это удар бы тоже там, может быть, поднаружил. А здесь опасно будет Окслейд Чемберлен. Из мячей. Подача Окслейд Чемберлена и Ван Дейк. Вот Мане. Ох, как здорово входит в штрафную. Обыгрывает Мейсона Холгейта. На видное для кого. И мяч в воротах Гюльфи Сигур. Джан. Джан. Неточный пас. Фермино. Фермино на коротке с Мане. И снова. Убивает мяч. Турецкий нападающий Дженк Туз. Опасно. И мяч в воротах. Неужели вас сегодня при отвратительной работе. We'll be right back.